вкусный салат из простых привычных продуктов. При этом полезный и готовится за минуты. Для салата беру 2 отварных яйца. Яйца нарезаю кубиком. Также нам понадобится 2 помидора среднего размера. Помидоры тоже нарезаю кубиками такого же размера, как и яйца. Также в салат я добавлю несколько перьев зеленого лука. Ну, конечно же, порежу. Следующий ингредиент для салата – 200 граммов консервированной кукурузы. С одного болгарского перца удалим плодоножки и семена. Перец тоже нарезаю небольшим кубиком. Конечно, отправляю в салат. Осталось приготовить вкусную и быструю заправку для салата. Для заправки беру 3 столовых ложки 20% сметаны. К сметане добавляю столовую ложку лимонного сока, 3 чайные ложки соли, 3 чайные ложки сахара, небольшую щепотку черного молотого перца и 3 чайные ложки горчицы. Ароматную заправку перемешаем. И отправляем в салатик. И, конечно, подружим все эти продукты перемешиванием. Как видите, все очень-очень просто. Надеюсь, этот вкусный салат порадует вас и вашу семью. Готовьте с удовольствием, а также не забудьте подписаться на канал, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк и жду ваше мнение в комментариях. Приятного вам аппетита, будьте здоровы, увидимся в следующем вкусном видео.